Вот это меня вот этот паралич, какая-то онкология совести, понимаешь, она поражает. Где это произошло, в какой момент? Где эти люди, они это все потеряли? Скажи, пожалуйста, Леша, вот в прошлый раз мы с тобой связывались в аккурат, когда пандемия только начиналась. Я помню, какую позицию ты тогда занимал, и как ты оказался прав, и как тогда ты был среди просто единиц, когда людей со здравым смыслом, и как ты их всех предупреждал. И с чем ты вот сегодня сталкиваешься, скажи, пожалуйста. И, спасибо тебе за твой добрый слог и отсыл в историю. Понимаешь, я, честно говоря, вот как-то нахожусь в каком-то таком вот внутреннем раздрае, потому что, мне всегда очень сложно говорить какие-то вещи, которые ты знаешь, и писать их, да, которые ты знаешь, что, большинству не понравится, да. А большинство не понравится, потому что большинство живет той жизнью, в которой твои слова не слышны. А почему они не слышны? А потому что так удобней, спокойней, понятней, традиционней, и не требуется никаких действий для этого. Вот. Поэтому я для себя как-то определил, что надо что-то сказать. Время от времени где-нибудь в Фейсбуке вякают там по этому поводу. Вот. А что касается ковида, конечно, и той ситуации, мы все знаем, это из прессы, это не секрет сейчас ни для кого, что в Питере чрезвычайно серьезная ситуация. Чрезвычайно серьезная ситуация. Ты даже не представляешь, насколько разделилась жизнь на две створки. Знаешь, вот как открывшиеся раковины. Вот в одной створке я вижу мой друг, очень близкий друг, Лев Щеглов, который сейчас находится в критической ситуации. Я не могу, конечно, говорить все диагнозы и так далее, это неэтично, но поверь мне, это критическая ситуация. Вот вопрос, в ту или в другую сторону, это часы. И мы вот уже неделю наблюдаем, держим кулаки, общаемся там с коллегами, с друзьями, там Вадик Жук, общается, еще кто-то еще, такой вот круг общения. Дальше, вот у меня была продюсер Таня Когут, ее муж тоже сейчас там, 48 лет, тоже в тяжелейшей ситуации в больнице лежит. Его сын свой вытаскивает, который студент последних курсов медицинского института и работает тоже в красной зоне. И вот там, понимаешь, это все, это они отца пытаются вытащить, понимаешь, да? Казалось бы, все знают, понимаешь. И вот этот список, он по большому счету, он огромный. Огромное количество людей, которые близки тебе, знакомы тебе, с которыми ты общался, встречался. Есть другой список. Это какой-то маркетолог или некролог. Понимаешь, ты открываешь Facebook ленту. Господи, этого не стало. Этот ушел. И ты понимаешь, что если копать глубоко, кто-то говорит, да, там, от ковида, от последствий ковида, еще что-то. Но и ты понимаешь, что если ты копать глубже, то понятно, в наше время это или от ковида, или от вовремя не оказанной помощи в связи с пандемией ковида. Вот это, конечно, совершенно... Вот это вот там жизнь, понимаешь? Я вижу этих докторов, врачей, которые, не сильно там жалуются. Ты же знаешь и чувствуешь эти разговоры. Кто-то передает, кто-то рассказал. Насколько это все тяжело. Насколько вот на грани с этими лицами, где уже аллергия, понимаешь, и натертости от этих масок медицинских, от очков, от невозможности сходить в туалет и при нахождении в памперсах, понимаешь? Вот эти все красные зоны, которые сейчас город, больницы, сплошные красные зоны, понимаешь? Вот эти Ленэкспо наши, которые переделывают там, понимаешь? Вот эти 60 тонн кислорода, который город потребляет в больницах каждый день, понимаешь? Ты видишь людей, которые тоже пишут, вот мы вынуждены поехать сегодня. Тоже кто-то, знаешь, там, это связанная их жизнь, работа с двумя вещами. Прежде всего, это, конечно же, инфраструктурное обеспечение жизни города. Как люди могут не поехать на работу, если от них зависит подаваемое тепло в городе, электричество, канализация, вода, транспорт, питание, развозка питания, опять же. И масса всего, что обеспечивает, безусловно, безопасность, инфраструктуру города, мусор там. Это же все огромное. И люди, которые, конечно же, тоже должны зарабатывать какие-то свои деньги на жизнь, потому что они не могут не работать, потому что они вынуждены делать. Ну да, какая-то часть людей, мы видим, что пассажиропоток, это официальная информация, в городе упал на 35%. Ну понятно. Ну, люди все равно вынуждены работать, да, чтобы заработать деньги, чтобы обеспечивать жизнью город и жизнь других людей. То есть, вот одна напряженная, достаточно такая вот сторона вот этой ракушки, вот этой раковины. Не знаю, насколько, правда, тут ракушка является хорошей метафорой, но, тем не менее, есть другая сторона. Вот какой-то, смотрю, там... Ну, я не хочу кидать тоже, знаешь, таких вот обольстительных фраз, типа, там, мерзавец, там, или так далее. Ну, нехороший человек, да, в моем представлении. Там, он организовывает в Петербурге так называемое ресторанное сопротивление. То есть, рестораны объединяются, значит, там, чтобы сопротивляться власти от того, что их там закрывают. Значит, я это сейчас могу прокомментировать все, что как бы, там какое-то количество кальянных и кафе, значит, вокруг него сплачивается. Да. Потом оказывается, что это вообще какая-то полукриминальная история. Там, город как-то это комментирует, значит, и прочее. Дальше, чуть раньше, наверное, ты слышала тоже, вот проходят в Петербурге концерты в Ледовом дворце, в огромном дворцовом Ледовом дворце, это стадион, проходят концерты рэпера Баста. Я не знаю, кто это такой, и знать, честно говоря, не очень хочу. Мне это не близко. Неважно, пускай это Алла Пугачева. Тут не имеет никакого значения, собственно говоря, сам исполнитель. Имеет значение то, что это было два концерта. И это было, ну, по оценке, там, 6-6,5 тысяч человек один концерт. Мы смотрим фото и видео и видим, как вот, значит, на около сцены собралось, наверное, около 1000 человек, которые, естественно, плечо к плечу дышат друг другу. И хоть бы одна маска. Аналогично там концерт Би-2 в каком-то там круге, еще что-то. Мы видим, там, сказать, уже какие-то, может быть, менее масштабные, но не менее характерные истории там, с выставочными залами, какими-то фестивалями, которые проходят. Вот некая такая, с одной, вечеринки какие-то, да, там открытые, полузакрытые. И вот это такой гламур в интернете о том, как обойти законы в новогоднюю ночь. Ага, в Петербурге будут запрещены работы ресторанов. Но зато же они открыты в Ленинградской области. Мы поедем туда, конечно. А мы организуем, мы снимем коттедж. И в коттедже все. И туда, значит, придет у нас человек 50-70. Мы откроем кеттеринг. Ну, ты понимаешь, вот это какой-то сюр, понимаешь? С одной стороны гибнут люди. Может, всегда так было? Ин, я не знаю. Может, и во время там, войны там было. Были какие-то подонки, были те люди, которые отстаивали там город, там, как говорили наши отцы, ковали победу. Да? И в России, и в Украине, и в Грузии. Ну, те люди, которые были вместе с обществом и были, ну, какие-то другие. Ну, с позволения сказать, люди, которые осуществляют... Ведь мне очень сложно объяснить этим людям, знаешь, какие аргументы. Ну, метро работает, а почему не должны работать кафе? Ну, ребят, ну, слушайте, ну, метро работает для того, чтобы обеспечить жизнеобеспечение города. Попробуйте закрыть метро. Что будет в городе? Замерзнет и погибнут миллионы. Вы этого хотите? Ну, разные вещи, но нельзя это брать в одну историю. Есть обеспечение жизнедеятельности, да, там людям надо зарабатывать какие-то деньги, надо город обеспечить. И развлечение. И вот это вот развлекалово, да, без которого наша, так сказать, городская какая-то вот вновь зародившаяся среда, да нет, ну, не вновь зародившаяся, она, наверное, там и существовала всегда, она без этого не может. Это часть их инфраструктуры, их уже жизни. И здесь, конечно, меня это удивительно совершенно поражает, потому что откуда появить, ну, там, знаешь, аргументов много, да, там, и это обыкновенный грипп, и от простуды тоже умирают. Я говорю, спросите об этом тех, кто не должен был умереть. Вот сейчас их, да, там, сколько, 1,5 миллиона, да, в мире, да, вот те, они не должны были умереть в этом году, но они умерли. Спросите у них, спросите у их родственников, вот подойдите, спросите, да ваш все равно на диабете был, он все равно должен был подохнуть, чего вы тут слезы льете? И какая им разница, этим мальчикам, девочкам, кто это рассуждает, что он действительно умер бы, ну, лет через 10, 15, 20, а не сейчас, не сегодня. И это очень хорошо говорить, когда это касается каких-то абстрактных людей, какой-то статистики, каких-то миллионов. А когда это касается тебя лично, не дай бог коснется. Когда ты принесешь эту заразу в свой дом. Когда из-за тебя заболеет твоя бабушка, дедушка, не дай бог родители. Вот у нас в Питере случай, когда вся семья умерла. В том числе и молодая беременная женщина, и ребенка, все-таки спасли ребенка, значит, и вот сейчас кто его усыновит? Там и бабушка с дедушкой, и мать с отцом, да? Ну, вся семья. Ребята, вы спросите у них, должны они были подохнуть или нет? И вот этот паралич, какая-то онкология совести, понимаешь, она поражает. Где это произошло, в какой момент? Где эти люди, они это все потеряли? Почему они разделили свою жизнь на... Ведь каждый из них по-своему, наверное, вполне нормальный человек. Да? Он приходит домой, ласкает по голове своих детей, покупает им какие-то там хорошие вещи, балует игрушками. Ну, наверное, еще они учатся в школе. Ну, у него какая-то инфраструктура его жизни. И наверняка есть родители, которые его воспитывали. Где произошло это разделение? Где вот мое частное, личное, это ля-ля-ля, а все остальное я этого не знаю? Где вот эта солидарность поколений? Я помню, вот 80-е годы, когда мы занимались там милосердием, Александр Гранин там, и все. И там же было понятие, которое публиковалось, это было в газетах, встречалось не единожды. Солидарность поколений. Солидарность поколений. Весна помнит об осени, да, вот это было, значит, что мы там только не делали, чтобы облегчить жизнь этих, записывали мемуары этих, значит, бабушек и дедушек в домах престарелых, как-то соучаствовали этой жизни здесь. Здесь почему, где это потеряно? Вот я не могу это понять, Инна, это вот какого-то мне это непонятно. Почему я об этом только что подумала, и почему твои слова вот сегодня просто легли на эту волну этих размышлений? Мы с Андреем периодически включаем какие-то русские сериалы себе, наступив на горло, чтобы понимать фактуру, что происходит в городе. Это очень, ну, надо знать нам, как бы, да, потому что мы уехали, мы не понимаем, мы можем ошибаться. Так вот, значит, представь себе такая ситуация, ну, как всегда, менты, ментовской отдел, и, значит, сидит какой-то начальник, еще какой-то мент, и входит их коллега в маске. И на него так все смотрят, и начинается стёб, начинается ржание такое. Ты чё вообще тут? А он говорит, ну как же, пандемия. Ха-ха-ха-ха. Понимаешь, это, ну, как бы, это не смешно вообще, это не шутки, это пропаганда тоже. Такого образа жизни, такого подхода, такого стёба. Ты лох, пришел в маске. Ну, лошара вообще, конечно. Вот этот нигилизм, я его хорошо помню, когда он начался. Леша, в 90-е такого не было, несмотря на весь беспредел. Я приехала после войны. Понятно, что я это все закусила и я никому не стала говорить про войну, потому что это было бесполезно. Вот если ты помнишь, какой сегодня день, какое сегодня число вообще? 11 декабря. Ну, война, конечно. Война, конечно. Вот. Я перестала говорить, что я из войны, потому что это ха-ха-ха-ха-ха. А как произносится Азербайджан? То есть, понимаешь, я из Грузии, где война, где убили там многих-многих-многих. Ха-ха-ха-ха, а посмотри на свои волосы, а какая у тебя там фактура, это какой-то был ужас, поэтому я замкнулась и вообще перестала об этом говорить. Окей, весело, я тоже буду, хорошо, не вопрос. Но, ты знаешь, в 90-е еще можно было, какая-то была человечность, мы общались как-то, что-то было, я понимала, что происходит. В нулевые, вот просто, я тебе даже скажу, я это связываю, это может быть мое личное, персональное, может быть. Я это связываю с приходом в город такого персонажа, как Ника Белоцерковская. Прости меня, пожалуйста, может быть, это скажет тебе, не скажет, но для меня это был просто вот такой водораздел. Когда этот человек возглавил журнал такой гламурный «Собака.Ру», и оттуда понеслось вот это страшное, понимаешь, нечеловеческое, ха-ха-ха-ха, все обстебать, все вокруг обстебать, все перевернуть. До этого такого не было. Я видела семьи в Питере. Я, как бы, они все мои были клиенты, да, богатые семьи. Там другое было отношение между людьми. Но то, что началось потом, вот это вот лох, это лошара, и это лошара, и это лошара. Вот какая-то семья, да, ну, обычная семья, у них какие-то деньги. Лошара, потому что у тебя вот машина не та. И ты лошара, потому что ты не туда поехал. И это говно, и это говно. И это продолжалось вот все это время. Я это видела, меня тошнило, если честно. Меня тошнило, что она вытворяла. Это персонаж. Сейчас она, конечно, заслужила то, что она заслужила, но она наделала очень плохо. А люди слабые почему-то не дали отпор вот этой такой фактуре, понимаешь, вот этому контексту. Все дело в том, что, ну, ты права, конечно, да, это вот твое абсолютно искреннее, чисто твое восприятие того времени, да. Но ведь это не только люди, которые читали Собаку.Ру, да? это ну, абсолютно всеобъемлющее. Это легло на абсолютно русское восприятие жизни. Первое. В России человеческая жизнь ничего не стоит. Фатализм, полный фатализм. Бабы нарожают. Помнишь, да? Это первое. То есть, это абсолютно отсутствие ценности человеческой жизни. Притом, это я сейчас говорю ценности человеческой жизни в плане физической жизни. Да? Дальше. Отсутствие какой-либо стоимости человеческой жизни, ну, просто элементарно с точки зрения страховых компаний. Я сейчас расскажу про Францию, но ты понимаешь прекрасно. Человеческая жизнь здесь не застрахована, и она в деньгах тоже ничего не стоит. Для никого. Третье. Это так называемое ущербное, абсолютно ошибочное чувство героизма. То есть, это а-ля то, что тормоза придуманы для трусов. Сказать о том, что совершается преступление, значит заложить, наябедничать. Понимаешь, да? Это, собственно говоря, из этой природы. Поэтому появление маски, ну, кто маску носит? Ну, конечно, тот, кто является трусом. Ну, разве мы нормальные пацаны чего-то боимся? Ну, мы ничего не боимся, поэтому мы маску не носим. Так вы-то, пацаны, ничего не боитесь. Но вы, да черт с вами вообще, никаких разговоров нет. Но вы же заражаете других. Не в вас дело. Ну, ты понимаешь, да, вот эту ментальную группу. Вот в моем представлении это неким отсюда. Конечно, это связано еще с элементами доверия. Люди разучились вообще чему-то доверять. Ну, доверие вообще отсутствует, да. То есть, люди не доверяют ни друг другу, ни своим близким, ни своим детям, ни своим родителям, ни своим друзьям, ни своей власти, ни полиции, ни сводкам погоды. Ничему. Доверие zero. Нет ничего. Поэтому какой ковид? Простуда, блин. Чего вы мне там говорите? По радио по своему. Да пошли вы. Я как хочу жить, так и жить. Понимаешь? И мы видим, это постоянно встречается одно и то же. Вот в самолете, значит, с депутатами Государственной Думы не смог взлететь из Москвы. Я опоздал на час, потому что выводили одну женщину, которая принципиально не хотела одевать маску. Окей. Вот мужчина в микроавтобусе, в Тэшке, значит, сделал замечание людям, которые были без маски. И все это закончилось, что они, значит, когда высадились из микроавтобуса, его зарезали. Значит, смертельно. Вот еще что-то. Вот еще что-то. И постоянно какие-то вот эти ковид-диссидентства, как некое гусарство, как некая форма, значит, вот красоты, да, ну вот. Но, слушай, давай так, вот я сейчас немножко от Питера абстрагируюсь, вот Франция, да, жизнь которой я достаточно хорошо знаю. Вот я смотрю, что происходит во Франции. Давно, как только началась, значит, всплеск, когда там один день было более 80 тысяч зараженных за день, 80 тысяч во Франции, был введен комендантский час. С 9 вечера до 6 утра. Комендантский час. Ты не можешь выйти из дома ни за продуктами, ни в туалет, никуда, ничего. Ты просто сидишь дома, значит, и это обеспечивают силами полиции и, значит, муниципальной полиции и соответствующих, ну, так сказать, федеральных служб, которые занимаются обеспечением безопасности. Далее. Закрыты все общепиты. Ну, то есть, это факт. Закрытые, значит, кроме магазинов, аптек и, значит, каких-то крупных комплексов, магазины закрыты для продовольственных, не продовольственных, промышленных товаров, да, где продают там одежду и так далее. Только продовольствие, аптеки, товары первой необходимости. Практически все закрыты государственные учреждения, которые обеспечивают какую-то деятельность, или только онлайн. Да. То есть, ну, то есть, вот он введен почти локдаун. Да. Французы это могут сделать. Почему могут сделать? Они могут это обеспечить внутренней, назовем так, я к французам сложно отношусь, внутренней культурой французов, которой мы сейчас не обсуждаем другие качества, а просто говорим о том, что они законопослушны. Они законопослушны. Так вот, значит, можно ли в России сделать и принять такие же меры, как во Франции? Ну, например, в Петербурге вести комендантский час с 9 вечера до 6 утра. Ребят, ну, давайте скажем прямо, без введения в курс это сделать невозможно. Ну, вы просто не сможете это обеспечить. Ну, то есть, вы это объявите, ну, и власть будет глупо выглядеть, потому что все будут ездить, и всем будет ходить, гулять, значит, уже просто будет наплевать на ваш комендантский час. Никто не будет соблюдать. Вот только что до разговора с тобой, Инна, разговаривал я с одной, значит, девушкой. Вот ее мама сегодня. Сама девушка болеет ковидом. В легкой форме. Вообще сейчас в Питере, я думаю, что болеющих ковидом больше, чем не болеющих. Вот это мое глубокое внутреннее ощущение. Так вот. Ее мама, которая, слава богу, не болеет ничем, пошла в аптеку для того, чтобы купить сердечные. Да? Ну, там, понятно, пожилой человек, необходимо что-то. Там отделом она приходит в слезах. Говорит, вот все ходят, говорит, и постоянно кашляют. Маски уже никто не носит. Все просто массово кашляют. В каких-то разных формах. И вот этот, знаешь, с припукиванием кашель, да, который, ну, чисто ковидовский. Извините меня за эту лексику. Ну, понятно, о чем я говорю. Ребят, но кто-нибудь из них одевает маску? Понимаешь, ведь маску, ну, по-моему, его логика. Я и так болею, чего мне ее одевать? То есть, он же не думает о том, что он других может заразить. Ему она уже не нужна. Понимаешь? Инна, я иногда, понимаешь, я даже не знаю, как это вот выразить. Какой-то вот там глубокий... Это не значит, что нет нормальных людей. Нормальные люди есть, но они не вякают, как я. Они сидят и, ну, чего там вступать с идиотами, значит, какие-то дискуссии и прочее. Да. Но и они не видны. То есть, вот нет каких-то таких вот массовых... Ну, я бы даже сказал, что, например, питерская власть, там кто как угодно может к ней относиться. Как кто угодно может к ней относиться. Но факт то, что она сейчас единственный нормальный реальный европеец, это факт. И действия, которые можно предпринять, они реально предприняли. Вот сделали там такси сегодня для перевозки больных ковидом на КТ и прочее. Да? Ну, совершенно правильно нужно, потому что скорой нельзя занимать. Да? Правильно. Там делают центры, там открывают новые. Делают, значит, на базе питерского, по-моему, политехнический это институт, если я не ошибаюсь, математическую модель распространения ковида, что вообще никто не делает. Понимаешь? Ну, то есть, они понимают, когда основное количество будет зараженных. И все говорят одно. Основная категория зараженных произойдет именно в новогодние праздники. Именно при подготовке и праздновании Нового года произойдет основное заражение, которое выльется в пик пандемии уже в начале февраля. И там будут... Понимаешь, с чем это все заканчивается? Заканчивается тем, что... Ну, не хочу я каркать. Но люди, когда люди будут умирать на руках... А больницы не будут принимать, потому что медицинская система, вообще медучреждения, все будут переполнены. Просто нереально будет взять. Сейчас таковых очень много. Сейчас вообще очень сложно с этим. Процент этих самых свободных больничных коек. И если у тебя кого-то нет, с кем ты можешь там договориться и решить, ну, не знаю, куда тебя там положат. Там, куда там. На Ленэкспо отвезут? Ну, наверное, да. Понимаешь? Поэтому, ну вот что еще надо, да? Вот, скажи мне, может быть, ты скажешь, что надо для того, чтобы у людей проснулось ощущение совести. Ладно, хрен с ней, с совестью. Хотя бы страх проснулся. Я скажу, я думала об этом. Я думаю, что изменить ситуацию может только заданный тон. Как бы другая планка, которая стала бы убедительной. Вот если бы на телевидении пришел... ты да, пришел кто-то еще с гуманитарным представлением, с человечным, и вот с этим, знаешь, вечным, лицемерным, а мы вам так скажем, а потом покажем задницу. Знаешь, вот это самый страшный подход, который сегодня есть в российском обществе, в Москве, в Питере. Это страшное, вот, это страшное лицемерие, страшное цинизм страшный, с которым я просто, ну, я не могу с этим смириться. Я настаиваю, что надо выводить людей заново, как маленьких детей, на какие-то идеалы. Понимаешь, что было невозможно сказать в сериале «Черножопый», сказать «ты чурка». Невозможно. Ты правильную вещь говоришь абсолютно. Я хочу просто тебе напомнить, мы об этом уже говорили с тобой в прошлый раз, должны существовать, так сказать, вот эти самые моральные маяки. Да? Вот именно моральные маяки. Вот был Дмитрий Сергеевич Лихачев, понимаешь? Вот он был. Был Даниил Александрович Гранин, там, был Андрей Дмитриевич Сахаров. Там, были какие-то люди, чьи, значит, слова, ну, хорошо, если они даже не принимались. Но они активно обсуждались в обществе и понимали, что мы будем это обсуждать. Ну, потому... А какие сейчас герои? Прости меня, Шнур? Конечно. Прости меня, там, Собчак? Ну, я не знаю. Ну, мне кажется, что это какое-то... Ну, я не хочу показаться каким-то старопером, понимаешь, который брюзжит, или как там, брюзжит, да, правильно, на фоне, значит, так сказать, уходящей молодости, понимаешь? Но... герои, они же всегда оставались героями для всех поколений, для нас. Мы же их знаем, мы же их понимаем, мы же чувствуем эти слова. Но вот меня больше всего смущает, что нету вот этих всех нравственных ориентиров, нравственных маяков, вот этих героев, на которые можно ориентироваться, на мнение которых можно ориентироваться. Это во-первых. Во-вторых, ну, опять же, ты правильно совершенно говоришь, что есть вещи, которые недопустимы вообще в нормальном обществе. И если человек поступает там с каким-то определенным мнением, высказывает как-то что-то, да, вот, ну, его как-то, ну, ему как-то, ну, как-то с ним там дискутируют на эту тему, да. Ну, возьмем того же там господина Михалкова, да, после там этих чипирования там и прочее, прочее. Но ведь он же нормально, да, ну, там же все хорошо, да, то есть он же там не подвергся какому-то, там, сказать, анализу его выступления. Там же не выступила Российская академия наук в лице кого-то. Или какие-то там, какой-то, ну, хотя бы пресс-секретарь президента не сказал, что уважаемый, значит, Никита Сергеевич хороший режиссер, хороший актер, мы его очень любим, и песни хорошо поет, и пальто у него хорошее. Но вот этот момент, он не имеет к жизни никакого отношения. Ошибся. Классик. Ошибся, да? Ну, вот, не было сказано. То есть нету дезавуалирования просто элементарных, ну, связанных, может быть, с какими-то там чисто, ну, значит, возрастными или какими-то другими там человеческими процессами, происходящими у кого-то. Я не говорю только Михалков, да? Таких же выступлений было достаточно много, и мы видим эти... Почему это не происходит? Это не происходит, потому что вот это не происходит. Потому что абсолютно, я же говорю, сбиты прицелы. То есть абсолютно непонятно. Вот приходит человек, некая молодежь, да, условно, она приходит в жизнь, и непонятно. Вот отсюда то говорят, отсюда абсолютно противоположное говорят, сверху говорят совершенно низкое, снизу говорят совершенно верхнее, справа, слева, и вообще не разобрать. Откуда у этого человека жизненный опыт? Ну, у нас с тобой есть жизненный опыт. Мы, в принципе, с тобой по большинству вопросов понимаем, что такое хорошо, что такое плохо. Мы читали Маяковского, да? Но это нет у них. Они не понимают. Они в разные стороны метаются, смотрят в Ютубе, и не только в Ютубе, разного рода, значит, ролики для того, чтобы понять, разобраться, ищут. Это еще хорошо, когда смотрят, Инна. Это еще хорошо, когда смотрят. Но ведь со степенью убедительностью говорят как люди приличные, так и тоже подонки. Те, которые хотят на этом, значит, завоевать, значит, аудиторию, набрать лайки, набрать там еще что-то, и, ну, в той или иной форме наживы, да? Ну, вот. И говорят те люди, которые действительно являются просветителями. А такие есть. Вот я для того, чтобы разобраться, там, например, там, в этих всех основах коронавируса, почему-то смотрю лекции, которые проходят, дают профессора американских университетов, в том числе, кстати, русскоязычные, которые рассказывают про современное, что произошло, какие есть новости, как они понимают, какие последствия, каким образом вирус проникает в мозг человека, как это влияет на нервную систему, на психику человека, как это влияет, значит, на сердечно-сосудистую работу, как на кровь, понимаешь, какие надо, и так далее. И мы понимаем, что нужно обязательно внимание врачей. Это должны смотреть врачи, которые должны понимать те протоколы, которые необходимо использовать в лечении. Да? Этим занимаюсь дилетантски, только по той причине, что мне это интересно. Я считаю, что это одна из очень важных сегодняшних задач, которая стоит в мире на втором месте. Да? Ну, в моем представлении, в моем внутреннем рейтинге. Значит, как быть? Значит, как жить? Людям как разобраться? Понимаешь? Ну, вот этот момент, он, мне кажется, абсолютно ключевой. Как молодежи, как людям, приходящим в жизнь, получая даже хорошее образование, просто-напросто определить, что такое хорошо, что такое плохо. Где маркетинг, их просто обманывают. А где действительно реальные научные исследования, которым идут от людей не за деньги, вот в прямом смысле этого слова, а именно исключительно для просветительства. Мне кажется, что это очень важно. Да, мы только что говорили об этом с таким журналистом, это Ефим Фиштейн, он соратник Вацлава Гавела. Это, знаешь, из вот этой гвардии, который подписал Хартия 77, он еще, то есть еще до революции его выгнали из Праги в Венгрию. Он вообще без паспорта здесь жил в социалистическое время, скитался, такой диссидент настоящий. С такими, знаешь, просто вот мастодонскими, уже такого аристократа духа уже и не увидишь. И вот я ему тоже недавно задала вопрос, как вот нас разрушили, да, эпохой постмодерна. Вот особенно постарался, конечно, Сурков с его идеологией, когда они запустили вот эту абсолютно чертовскую, дьявольскую возможность людям так рассуждать, что все возможно, все хорошо, и это правильно, и это веселись, братва, да, бабки есть, веселись, и это все, конечно, ужасно, и над этим думают сейчас, ну, просто все, наверное, у кого есть какая-то совесть, куда все это катится. Но он говорит, что в России, к сожалению, вот такая Хартия 77 невозможно на сегодняшний день, потому что люди не найдут общего языка. Прежде чем подойти к этой Хартии 77, когда у всех будет общая, как в гавеловские времена, вот такая, что первая у нас вот эта цель, да, а потом уже ты думаешь об этом, ты думаешь о своем, о своих корыстных и каких-то там личных целях, своих взглядах, объединить вот самые лучшие какие-то, ну там, несколько человек буквально, которые бы задавали тон. Понимаешь, вот это просто необходимо сделать сегодня в России, которые скажут, нет вот этому всему, а это что? Это комплекс целый, и в том числе вот эти имперские действия сегодняшней власти. Пусть они, понимаешь, все-таки разделяют люди коррупцию, да, там такое какое-то отношение внутри страны и абсолютно не замечает, что твоя страна творит за ее пределами. Мы должны понимать, и это тоже очень важно, образовывает людей, объединяет людей. Как это не было бы страшно, общая беда. Ничего, кроме этого, никакой гедонистический мир. Я сам хорошо отношусь к гедонизму. И вообще человек должен получать от жизни наслаждения. И интеллектуальные, и гастрономические, и сексуальные. Да любые. Но, к сожалению, гедонизм никогда не объединял общество. Общество объединяет общая беда. И хотим мы этого, не хотим. К сожалению, других рецептов пока никто не придумал. Вот, поэтому, может быть, и ковид по своей природе, это, значит, попытка все-таки нас была проверить нам самих себя, да? Где-то так, как мы вообще относимся к чему-то, да? Да, понимаешь, ведь здесь же ковид это не... Понимаешь, я уверяю буквально, да, сейчас еще очень важные вещи скажу, две вещи важные. Вот, прежде всего, я думаю, что пройдут какие-то периоды времени, они, безусловно, пройдут. И закончится эта пандемия, и уйдет ковид. И будет, мне кажется, две вещи, два важных значимых события, которые заставят нас чему-то задуматься. Ну, первое, мы, конечно, должны будем оценить свое поведение, которое было во времена ковида. Это абсолютно точно. Как и во время войны, это война. Это очевидно. Как во время любой войны, как во время испанки. А я тоже, кстати, вот недавно очень увлекся этим историей, как проходила испанка. Испанка, вот отвлекаясь и немножко перебивая самого себя, она же очень откровенно повторяет. Ковид повторяет испанку. Вот буквально как калька на кальку кладется. С другой, конечно, патогенностью абсолютно, но тем не менее. Так и, кстати, такая патогенность наиболее четко проверяет именно поведение людей, их этическую сторону. Я не хочу казаться более моральным или там, этичным, знаешь, типа как Папа Римский. Нет, у меня много грехов, и я в этих грехах живу и разберусь сам как-нибудь с ними. Но факт того, что мы должны, конечно, очень четко дать для себя оценку, что такое хорошо, что такое плохо. И в связи с этим я глубоко убежден, второе, что придет тот период времени, я не знаю, когда он придет, но будет обязательно трибунал. Трибунал над всеми теми людьми, которые сегодня участвуют в убиении и способствовании убиению других людей. Над всеми этими организаторами концертов, над всеми этими организаторами сопротивления и так далее. Их именно, этому надо дать юридическую, жестко юридическую оценку, как люди, которые способствовали убийству других людей. Это первое. И должна быть, конечно, общественная оценка, что может быть даже более важно, чем оценка юридическая. Но это должно произойти. Это одна из форм очищения общества.